Всем привет! Вы на канале «Красивый бизнес». Итак, сегодня хочу познакомить вас с новым каталогом, который начнет действие 16 июля и закончит свое действие 5 августа. Так, поехали смотреть. Вот такая у нас красочная обложечка. Так, значит, вот такие вот у нас акции «Кухня красоты» с Галиной Завиською. Так, дальше. Подписывайся на наши страницы в социальных сетях, возьми участие в бьюти-активностях и получи множество подарков на протяжении всех 3 недель каталога «Юность номер 10». Вот такая акция. Здесь у нас пошли тушь и блеск. Вернее, матовая помада. Это у нас знаменитые аналоги водички Монтале. Кстати, очень-очень-очень классные, очень стойкие, то есть потрясающий аромат. Вот-вот-вот. Смотрите, какая палитра. Здесь у нас тоже идут очень хорошие парфюмы для своей цены, и тем более вообще замечательно. Я, допустим, предпочитаю водичку от Orange, вот она. Честно говоря, мои покупатели очень-очень довольны и покупают то, что я им рекомендую. Цена 94 гривны. Аромата. Я считаю, что очень-очень хорошее предложение. Вот тоже продолжение этой же акции. Сэконом 89 гривен идет акция. Я покажу. Всех, кого заинтересует регистрация в России, помогу с регистрацией, объясню, как происходит доставка. Обращайтесь, пишите внизу под комментариями, я вам все расскажу. Вот тоже акция «Хорошие крема для рук». Крем для рук за 31 гривну. Прошу прощения. При покупке какого-нибудь средства для ногтей со страницы 113-115. То есть покупаете средства для ногтей, получаете крем для рук за 31 гривню.
Честно говоря, у меня как-то мало берут, так скажем, декоративки. У меня в основном берут уходовую косметику, покупают там средства для массажей, парфюмы, туши. Ну, вот такое вот. Очень хорошие в компании средства по уходу за волосами. То есть это вообще замечательно, бомбовские вещи. Сейчас покажу вам, какой я взяла бальзамчик себе для волос, и осталась им очень-очень-очень довольна. Это возрастные средства у нас идут, омолаживающие. Для каждого возраста своя серия. Мужская серия пошла, детская серия. Вот такие вот тоже новиночки у нас, шампуньки. Шампуни с экстрактом чеснока и женьшень, шампунь с экстрактами серы и красного перца, шампунь с экстрактом крапивы и конский каштан и еще три шампуня. Так, вот тоже шампуньки пошли. Наборчики идут с разными ароматами, разными маслами. Мыло. Мыло это у нас вообще потрясающая вещь, девочки. Особенно мыло с жемчугом. Бомба. Просто бомба. Омолаживающий эффект обладает, омолаживающим эффектом. Пахнет просто замечательно. На подарок просто шикарно. Вот оно, кстати. Вот оно. Вот из этой серии. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот оно, жемчуга мыло. Всем рекомендую, покупайте, не пожалеете. Так, ну вот у нас идет серия с подсолнухом. Алоэ, чайное дерево, вернее. Здесь у нас идет средство с огурцом. Так. Так. Пудровые средства. Крема у нас идут разнообразные для руки тела. Я считаю, что у компании вообще очень-очень широкий ассортимент. Производителя Польша, Болгария, Украина, то есть Турция. Я считаю, что здесь в нашем каталоге собраны самые лучшие товары. Так, серия с оливкой, серия с кокосом, серия с аргановым маслом. Так, вот этот бальзамчик, кондиционер, вернее, для объема волос. Для всех типов вот такой вот я брала. Чуть позже сделаю на него видеоотзыв. Потрясающий, просто потрясающий кондиционер. Волосы мягкие, шелковистые, расчесываются легко. Он укрепляет волосы, то есть волосы стали после него меньше сыпаться. Поскольку я волос часто крашу, то это была для меня проблема номер один. Вот. Хорошо, бальзамчик этот кондиционер справляется. Я очень-очень-очень довольна. Покажу вам в следующих видео. Наверное, сделаю специально обзор. Потрясающая вещь. Так, вот у нас дальше идут серии.
Шампуньки, антицеллюлитная серия. От загара для загара серии пошли. Это у нас новинки прошлого каталога, получается. Гели для душа с разным ароматом абсолютно. Красочки для волос. Вот, честно говоря, вот этой краской, вот именно, которая рыжая, я осталась недовольна. Потому что цвет быстро смывается. Почему-то я осталась им недовольна. Так. А вот эта краска, именно в оттенке интенсивно красный, мне очень-очень-очень понравилось. Действительно, ярко-красный оттенок. Не так краска смывается, то есть довольно стойкая. Волосы не палит. Вообще замечательная краска. Мне понравилось. Так. Вот такая.